Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сейчас увидела свой единственный цветочек на высаженной в теплицу рассаде и вспомнила, что я еще не сказала о тех случаях, когда мы высаживаем рассаду в цветущем виде. Конечно, я стараюсь всегда этого избежать, лучше всего высаживать в фазе бутонизации, я уже говорила про это, чтобы цветочки не осыпались, чтобы мы не потеряли ранний первый урожай. Но бывают все-таки такие случаи, сейчас я перейду, удобнее, чтобы было, когда людям приходится высаживать цветущую рассаду. Или поздняя весна затягивается, или еще какие-то личные обстоятельства. Хочу вам сказать, что высаживать такую рассаду нужно с особой осторожностью. Мы можем потерять вот этот самый ранний урожай, вот эту первую кисть, которая бывает самой крупной. Что нужно обязательно соблюдать при высадке цветущей рассады? Во-первых, она должна быть очень свежей. Она не должна вообще понять, что ее пересадили. То есть момент, период от выемки из грунта, или там откуда-то, сейчас объясню, до посадки вот в нашу лунку должен быть минимальный, несколько секунд. То есть вы не вынимаете, если она в лотке, например, у вас, вы не вынимаете рассаду заранее, пока не подготовите лунки, не прольете их, не сделаете дырочки. Вот я как делаю, если, например, у меня цветущая рассада. Сначала выкапываю лунки, потом кладу туда удобрения, вот какие мне надо, перегной, все. Все перемешиваю, поливаю воду, жду, когда вода уйдет. Потом делаю углубление, и после этого уже приношу лоток и тут же прям рядом с лункой вынимаю и не по несколько штук, а именно вот по две, по четыре, вот две лунки, например, надо посадить. Вынула, сразу тут же заглубила, полила, еще одну лунку вынула, заглубила, полила. Все это делается для того, чтобы растение испытало как можно более меньший стресс, чтобы у нее... Она даже не поняла, потому что иногда бывает, приготовят рассаду, вынут из стаканчиков или там из лотка, положат рядом, начинают там поливать, лунки готовить. Она повяла, листья овяли, поникли вот так. И если такая рассада, посадить ее, она будет очень долго болеть, если особенно жаркий период. И, конечно, у нее очень часто осыпаются вот эти цветочки на первой кисти. То есть поняли, что рассаду высаживать нужно обязательно свежий, минимальный период от выемки из грунта, из лотка до высадки в лунку. Все. И желательно, если у вас рассада цветет, не торопитесь, подождите пасмурную погоду. Вот у меня сегодня дождь, холодно, прохладненько. Но для высадки это самый идеальный вариант. Я вчера про это уже говорила. И томаты, которые я вчера высадила, они стоят как живые. Вот он этот цветочек. Если бы ему было плохо, он уже поник бы. Были бы вот такие, как вялые листики. Вот вчера я вам снимала про штрауха, который вот здесь лежал. Они даже, наверное, не поняли, что я их пересадила. Все произошло очень быстро. И вот они сейчас, у них нижние листья, конечно, желтые, потому что они там в стесненных условиях были, в той теплице. Но сейчас они вот буквально на глазах за неделю позеленеют. Главное, что нет ни одного вялого растения. Даже вот эти высокорослые гиганты, они стоят без посторонней помощи, все зеленые. Вот это было видео про то, что высаживаете цветущую рассаду с осторожностью, лучше в пасмурный день. Или, если дней пасмурных нет, во второй половине, ближе к вечеру, чтобы не было жары. Как только вынули, сразу в лунку, сразу поливать. Но если жаркая сильно погода, то можно и прикрыть. Опасайтесь потерять нижние кисти, на них самый ранний урожай, самые крупные томаты. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Пойду садить дальше. Вот лучше, конечно, вот так, когда вот она, цветочный этот бутончик вылез. Он уже на этом месте сейчас расцветет. И первая кисточка прекрасно тут
будет формироваться в